Друзья, всем привет! Сегодня решили попробовать чизи-пиццу с ветчиной и грибами. Значит, стоимость ее в районе 250 рублей. Горячая штучка. Вот, теперь сейчас вам способ приготовления. Значит, в обычной духовке разогреть духовку до 200 градусов. 7 минут готовится в обычной духовке. И в микроволновке 5 минут. Давайте сейчас сделаю распаковку. Так, кто его пускает? Сейчас посмотрим. Поставщик Республику Беларусь. Так, интересно вообще, кто ее выпускает, ребята. Так, одну минутку. Адрес местонахождения юридического лица изготовителя. Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Полина Осипенко и так далее. Адрес производства. Владимирская область, город Владимир. В общем, Россия выпускает. Давайте сейчас сделаем распаковку этой чизи-пиццы. Так. Вот она у нас, пиццочка. Так, вынимаю ее. Так, наверное, да, и будем разогревать ее? Нет? Да. Так, вот так снимешь тот самый. Держи. На паузу. Здесь есть комплектация, значит, пергаментная бумага. Вот, значит, мы ее будем разогревать на противне, на самом обычном противне. Вот так вот, да? Вместе с этим. Нет, это ты снимаешь. Сейчас будем снимать. Будем снимать упаковку. Так, упаковочку снимаем обязательно, иначе будет чизи-пицца 100% вкусная. Упаковочку снял. Кладу на пергаментную бумагу. Все написано как в инструкции. Духовка уже разогрета до 200 градусов. Значит, еще раз. Не размораживая, выпекать пиццу на пергаменте в нижней третьей духовке на решетке 6-7 минут. Значит, внизу третьей духовки. Все. Итак, ребята, поехали. Поехали пробовать вкуснятину. 6-7 минут и будем кушать. Так, ну куда ее повыше, да, запихнуть? Вот сюда, да? Так, ребята, все, через 6-7 минут наша пицца будет готова. Ну все, пицца, согласно времени, которое указано на упаковочке, готова. Уже разделили ее на 4 части. Так, смотрим. Отдирается от пергаментной бумаги легко. Вот так вот выглядит дно, низ пиццы, дно, днище. Вот такое тесто тоненькое. Вот она, начиночка. Сейчас попробуем. И скажу вам, стоит ли она 250 рублей отдавать. Стоит ли за нее отдавать или не стоит. Вкусно! Походу соленые огурчики, вот они. Ребята, весь состав будет в описании под видеороликом. Пойдет. 250 рублей, конечно, дороговато. Я поценил бы ее, ну, в рублей 150. 250, конечно, это сильно шикарно. Но и так сойдет. Смотрим, значит, пиццочку. Все нормально, от бумаги отстало. Все четко, все хорошо. Поэтому пробуйте пиццу, чиз-пицца, или как она там называет, забыл уже, в описании увидите, чизи-пицца, сумасшедшая пицца, наверное, так переводится с английского. Подписываемся на канал, делаем репост данного видео, и все-таки я попробую отыскать рецепт, как эта пицца делается, мы попробуем ее сделать сами, и она у нас будет по-любому дешевле по затратам, 100% дешевле, можно будет найти бабки, сделать 2 пиццы или 3. Мы попробуем найти рецепт и сделать самостоятельно такую пиццу. А на этом все. Подписываемся на канал, пишем свои комментарии, делаем репост данного видео своим друзьям, знакомым, всем, кому не лень. И всем до новых встреч и приятного аппетита. Пока-пока. Ребята, все-таки после того, как я съел пол пиццы, я вам скажу свой вывод. Ну как сказать, тесто суховато. Как бы сильно не наешься, в общем, чтоб одному человеку наесться, он, допустим, мне, мужику, да, мне надо целую пиццу, то есть есть, половинки мне мало было.
Но по вкусу, как говорится, пойдет. Второе. Посмотрите видео на нашем канале, там, где мы делали домашнюю пиццу своими руками. Вот я реально, я целую пиццу, ну, мы на двоих с женой целую пиццу не осилили реально. Она настолько сытная, настолько вкусная. Вот, а также еще хотел бы порекомендовать вам научиться делать компот из свежемороженных фруктов. Есть такой видос на канале. В общем, подписывайтесь, будет интересно. А теперь всем до новых встреч. И пока-пока.